Привет. Вот мои куколки, я снова их показываю, конечно. Павлиньего глаза много, их под сотню получилось. И вот куколки Махаона, которые окуклились, открыто у меня, вот они. Они у меня зеленые. Одна только была такая темная, коричневая с белым, и то она вылупилась. И вот, и что я хочу сказать. Ну, во-первых, вчера было видео, где я грибы показывал. Там у меня была куколка Махаона, готовая к вылуплению. Вот Махаон, он уже вылупился из нее, вот он сидит. Вот он утром выявился сегодня рано. Вот кандидат на выход второй сегодня, тоже скоро вылупится, вот-вот, Махаон. Ну, а часть гусениц вчера готовы были окукливаться. Я их посадил не на палочки в банке, а в коробку из-под обуви. Вот что у меня получилось в коробке из-под обуви с закрытой крышкой. У меня получились вот такие куколки по цвету. Вот они. Вот такие вот они темные. Правда, тоже пара зеленых. Вон зеленая, вон есть. Вон зеленоватая куколка есть тоже. А так вот такие вот они у меня получились. Желтые, коричневые, короче говоря, вот такие, якобы зимующие. Ну вот теперь посмотрим, что это за зимующие куколки. Я думаю, что эти зимующие, так называемые, тоже скоро будут бабочками становиться. Вот так вот. Ну все, всем пока и ждем вот этого Махаона, что он вот-вот вылупится. Если я застану его, я сниму видео, как он вылупляется.